Создание городского округа, ну, на мой взгляд, это уже свершившийся факт. Я уверен, что областная дума поддержит нас. Я хочу подчеркнуть тот факт, что все без исключения поселения приняли такое решение. И даже Богородская, которая не успела, возможно, по каким-то техническим причинам рассмотреть этот вопрос внутри поселения, но депутаты от Богородского также поддержали на заседании районного совета эту идею. Моя позиция в этом вопросе следующая. Все мы часто вспоминаем, как хорошо мы, жители, взаимодействовали с властью в те времена до реформы, когда был единый район. Мы сегодня де-факто возвращаемся к этой системе власти. Только будет называться она не Сергиево-Посадский район, а Сергиево-Посадский городской округ. Абсолютно никакой разницы я в этом не вижу. Естественно, есть люди, которые вчера говорили, что плохо было тогда в районе, потом говорили, что плохо было в округе, в поселениях, теперь говорят, что все равно плохо будет в городском округе. Да, и такие люди тоже есть, это тоже избиратели, и мы тоже на них должны ориентироваться. Но решение все-таки должны мы принимать, руководствуясь здравым смыслом, руководствуясь интересами района в целом. Это сегодня депутаты и сделали. Поверьте мне, в Сергиево-Посадском районе депутатский корпус – это люди очень самостоятельные, это люди со своим мнением, и не всегда это мнение у всех едино. И то, что решение было принято единогласно, это говорит, еще раз подчеркивает то, что решение однозначно верное. И я уверен, что мы с сентября на себе ощутим все плюсы, которые оно нам дает.